посмотреть, что там Джага сделал. За накрутку убрали просмотры. Ну, это была такая небольшая юмористическая зарисовочка. На самом деле, никто у меня просмотра не убирал. Это сделал я сам. А каким образом, расскажу вам сейчас поподробнее. Рэперы грозятся бифами и диссами, рифмами и скилсами, клипами, релизами, облизывая марки, как филателисты. Вы нарки, я вас разнесу, а вы лишь спит и сифилис. Я стакан... Приветствую всех, а с вами Саша Джиггернаут. И сегодня я хочу развеять миф о том, что у меня кто-то якобы срубил просмотры на Ютубе. Нет, ребята, это не так. Это связано с тем, что я скрыл, заметьте, скрыл, но не удалил примерно 150 видеороликов. Это мои матерные летсплеи по танкам онлайн, все летсплеи по игре Payday 2 и несколько обрывки памяти. То есть у меня была такая коротенькая рубрика, там по 5-3-2 минуты, в общем. Вот так вот там, в основном это, ну, такие были какие-то похождения в реальной жизни. И опять же, ребята, эти видео никуда не делись, они остались на моем канале, просто их, ну, никто не увидит, если, допустим, какой-то новый пользователь или еще что-то. Надо было это сделать сразу, после того, как я еще якобы переходил на блоги и бросал танки. Вот, ну, сейчас ситуация иная, у меня есть канал для блогов и канал для игрушек. Кстати, сегодня, возможно, запущу стрим по GTA-шке. Ни для кого не секрет, еще в мае я сделал такое громкое заявление, что якобы ухожу с проекта и все как бы наотрез из мира игр я больше ничего записывать не буду. А сейчас, ребята, дела обстоят так. Мой первый канал, где вы сейчас на меня смотрите, он будет посвящен полностью блогам, то есть блогерский канал, все, такой серьезный человек, танки бросил. А тот уже второй канал, Александр Джиггернаут, будет полностью посвящен играм. То есть хлебом не корми, дай в игры поиграть. Там будут танки, GTA, ну и АПБ. То есть, ну, это будет все в дальнейшем, то есть загадывать пока не будем. Ну, а если ты соскучился по забористому мату, по таким вот жутко бомбящим летсплеям, советую тебе перейти в мою официальную группу или паблик, как это можно назвать. Ну, скорее всего, это паблик. Вот, и там в видеозаписях будут все мои 100 летсплеев, ну, почти 100, там, 97-98, где я жутко матерюсь, агрюсь и как бы... А если вы любите, когда вам объясняют все культурно и понятно, то можете подписываться на мой канал Александр Джаггернаут. Все игровые видео вы увидите там. И да, ребята, еще в моем паблике стартует голосование на то, какой мне блог снять. То есть у меня сейчас пока что идей много, тем много. Но какую вы хотите увидеть впервые, то есть это все решать именно вам. То есть темы будут несколько. А что делать студенту на первом курсе? Ну, банально, но все равно, как бы пару советов о выживании я вам дам. То есть как себе заработать на зачетку, в принципе. Второе видео будет, как можно использовать абсолютно всю музыку на Ютубе и не бояться за авторское право. Ну а третье, это будет что-то связано тоже с Акинатором, будем отгадывать различных известных личностей в игре Танки Онлайн. Решайте. Ну а с вами был Саша Джиггернаут, подписывайтесь на мой канал, вступайте в официальный паблик. Проблемка у меня, ребята, на айфоне была, я, ну, по сути, как камера у меня не всегда зеркалка с собой есть, вот я как бы ее одалживаю у своих знакомых, вот и получилось так, что... Сейчас этих знакомых нету, и пришлось как бы снимать подручными средствами. У меня моя старая камера есть, есть мой iPhone, который сейчас на моноподе, правда на коротком, ну да ладно. И возникла проблема такая, что ну, памяти просто не было. То есть я поудалял все возможные фотографии, у меня там 5 песен что ли всего лишь я оставил. В общем, абсолютно почистил свой телефон. Вот, ну и все равно как-то памяти не хватало, и я посмотрел, зашел в настройки, посмотрел, какое приложение сколько места занимает, и у меня получается приложение Ретрика такое есть, на которое я практически всегда фоткаюсь. Вот, оно у меня занимало порядка скольки там, ну, 1,5 что ли гигабайта. Вот, то есть там фоток никаких абсолютно не было, но я не знаю, может там преднастройки какие-то или еще что-то. А сама по себе ретрика вообще весит 50 мегабайт, а это 1,5 гига она у меня занимала. Ну что это такое? Вот, в общем-то, удалил. И вот, пожалуйста, теперь я снова могу как-то нон-стопом снимать блоги, то есть без остановки.
опять же, может, какие-нибудь там и покатушки возобновятся на телефон. Вот, то есть иногда не бывает камеры под рукой, но что-то такое эпичное происходит, и ты просто жалеешь о том, что ты пока еще не накопил себе на экшн-камеру. Ну все, ребята, в процессе пока идет, а я пока, ну, немножечко так занимаюсь небольшим бизнесом. Ну как бизнес, это громко сказано, но это тоже связано, ребята, с Ютубом. Вот, так что в скором времени заживем.